Михаил Юрьев вернулся в Хабаровск. Для тех, кто далек от спорта, это знаковый главный тренер для нашей команды по хоккею с мячом. Под его руководством «СКА-Нефтяник» трижды становился чемпионом России. Четыре раза выигрывал Кубок страны и столько же Суперкубок России. В марте 2020 года контракт с главным тренером не продлили. Спустя год его вновь пригласили в Хабаровск. По приезду он сначала встретился с Михаилом Дегтяревым, а после этого сразу поехал в Ерофей-арену. Как сказал сам тренер чемпионов, для него этот приезд много значит. На самом деле я испытываю целую бурю разных эмоций. Мне, наверное, сегодня очень непросто говорить, но я не чувствую, что я куда-то уезжал. Я скажу, наверное, вот так. Год пролетел быстро, пандемия сделала свое дело. Мы все сидели так же, как и вы, по домам, поэтому разлука показалась не длинной. Ну, понятно, что для Михаила Юрьева чужих людей в клубе практически нет. Тем не менее, нужно снова входить в курс дела, встречаться с игроками, ну и много чего еще сделать. Задачи на следующий сезон официально еще не озвучены, поэтому о новом назначении и об итогах этого сезона я поговорил с президентом клуба Александром Никитиным. Александр Алексеевич, вот представили, ну, если можно так сказать, представили вновь Михаила Юрьева, хотя, конечно, мы все его знаем. А главный вопрос, а подписи уже поставлены в контракте? Подписи в контракте поставлены. Поставлены сегодня. У нас юридически Михаил Юрьевич приступает к своим обязанностям с 1 апреля, но документы уже подписаны, это заложено в контракте. И все межсезонье Михаил Юрьевич, он будет в своем праве главного тренера проводить работу, которая предопределена межсезонье. Хорошо, теперь хотелось бы немножко об итогах сезона поговорить. С одной стороны, третье место – это третье место, но с другой стороны, хабаровчане, мы, конечно, привыкли к другим результатам. Самые разные моменты я читал по этому поводу. И постоянная смена главных тренеров. Кто-то из аналитиков говорил, что в этом дело. Кто-то говорил, что есть проблемы с судейством, предвзятые отношения, в прошлом отношения или какие-то недопонимания между Михаилом Юрьевым и руководством федерации. Вот на ваш взгляд, что, почему, как? Ну, вы задали вопрос такой, что мы здесь как руководство клуба сейчас будем чувствовать себя как между молотом и наковальней. С одной стороны, это болельщики, зрители, хабаровчане, которые привыкли действительно к высоким результатам. А с другой стороны, это наши золотые слитки, наша команда, наши парни, которые добыли бронзовые медали в этом сезоне. И в первую очередь хочу их поблагодарить, потому что много было волонтаристских побед, да, на духе, что называется, спортивном. И мы видели действительно и судейство в каких-то матчах. Комментировать не будем. Но было, все-таки было. Мне как болельщику кажется. Как болельщику кажется, что это имело место быть. Да? Но, наверное, как клуб и администрация клуба, мы не будем это комментировать. Да? Я не просто так пригласил вас на это интервью, вот на фоне льда, на фоне тренировок. Здание Ерофей-арены. Да. Красивое, большое, десятитысячник, но при этом это десятитысячник, ну, если мне не изменяет память, ни разу не заполнялся вот до отказа. Более того, я вот сегодня, пока мы вас ждали, с удивлением узнал, что на три летних месяца, по сути, он будет простаивать, потому что лед снимается, убирается. Есть какие-то мысли у руководства клуба, вот, как развивать сам этот комплекс, куда он может двигаться? Да, мысли есть. У нас сейчас в разработке находится проект по обновлению арены, по ее и реновации, и ребрендингу. Мы работаем над этим, перепрофилированию, значит, самой структуры арены. Почему? Потому что у нас не закрываемое ледовое поле, у нас площадка используется в свободное время от чемпионатов в качестве городского катка. Ну, мы полагаем, что это очень хорошо и будем эту линию сохранять, но в то же время это и очень дорого для края. Арена построена на государственные деньги, это более 6 миллиардов рублей, но в то же время мы констатируем при анализе, что по-прежнему содержание арены, оно обходится в достаточно серьезную сумму денег ежегодно, и прибыли как таковой арена не приносит.
возможность хотя бы 0 так, в 0 вообще это так быть хотя бы теоретически. Не так быть не должно. Мы амбициозны, и, конечно, 0 в 0 мы не рассматриваем. Мы видим возможности работы в плюс. Мы видим, что арена позволяет нам выйти на такой уровень. Мы будем к этому стремиться. Это предполагает то, что на данной арене при действительно 10-тысячной аудитории и заполняемости можно проводить и другие чемпионаты по другим видам спорта. Это потенциально и борьба, и волейбол, но необходимо обеспечить для этого соответствующее полотно. Это в том числе возможная концертная деятельность. Мы к этому всему будем подходить. Ну и уже после интервью Александр Никитин добавил, чтобы не было спорного судейства, нужно выигрывать бесспорно. Такая задача на сезон.